«мама» – это первое слово, это ласковые глаза и руки. Она всегда поймет, поддержит и пожалеет. В этот день для нее все песни, поздравления и слова благодарности. Испытывая благодарность за ваш ежедневный материнский подвиг, хочу пожелать вам вот такой неподдельной заботы, внимания от близких, от любящих вас людей, чтобы каждый день вы себя ощущали самой любимой мамой, самой неповторимой, и эта забота никогда не заканчивалась. Я хочу пожелать вам неиссякаемого количества поводов для того, чтобы гордились своими детьми. Эти красавицы – многодетные мамы. Они успевают все. Работают, занимаются благотворительностью, ведут общественную деятельность. Но главное – воспитывают и окружают заботой своих детей. Роль мамы вообще тяжела, многодетная особенно. Вот. Но, конечно, это главное – воспитать достойных девочек, чтобы они потом продолжили, как говорится, свою жизнь в достойном ключе, чтобы радовали родителей, радовали окружающих. Вот это, наверное, главная задача. Юлия Охотская воспитывает 3 дочерей. У Виктории Калининой 5 детей. Музыкальная школа, танцы, живопись, спорт. Каждый день в таких семьях расписан по минутам. Но секрет у всех один – любовь, взаимопомощь, поддержка. Они могут сами приготовить, обязаны выучить уроки, все сделать. Мне просто предоставить, что все готово. Как бы я вот контролирую, но домашнее задание не делаю никогда. И при этом они учатся хорошо. Все. Медали материнской славы получила в этот день 21 жительница Одинцовского округа. Это достойная награда за их каждодневный и очень непростой труд. Вообще это такая миссия очень ответственная. Переживают все семьи, переживают все дети. А мы гордимся, что у нас есть самая лучшая мама. Они у нас самые красивые, достойные, сегодня самые нарядные и готовы при любой погоде прийти сюда и получить свою награду. Поздравляем всех! Такие медали получили уже 848 жительниц нашего округа. Но главная награда, говорят сами виновницы торжества, воспитать достойных детей. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».